Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область в ходе встреч с населением. Он особое внимание уделил разъяснению сути предлагаемых конституционных поправок, вынесенных на республиканский референдум. Свою поездку он начал с города Семей, где встретился с общественностью региона. Отметив важность и значимость инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева по проведению масштабных политических изменений, Ерлан Кошанов поздравил жителей региона созданием Абайской области. Семей – центр казахской духовности, родина многих значимых исторических личностей. Сегодня регион является крупнейшим по своей территории и численности населения. Здесь обеспечен высокий уровень инфраструктурного и экономического развития. Поэтому искренне поздравляю вас с этим историческим шагом, сказал спикер палаты.